Итак, доброго времени суток. Следующая публикация, связанная с выращиванием грибов, будет касаться вопроса экстенсивного и интенсивного способов выращивания. И заканчивая ту мысль, которая была предоставлена на предыдущем видео, делаем вывод о том, о таких материалах, которые реализуются через сеть раскладок в тех местах, где продаются растения. В принципе, вот добавить больше-то и нечего. На этом моменте мы остановимся. Огромная благодарность Липовому СО, который предоставил вот эти материалы. Мы ему эти материалы обязательно отправим обратно, возможно, каким-то образом они ему пригодятся, хотя я в этом очень глубоко сомневаюсь. Скорее всего, что в процессе анализа вот этих материалов мы еще несколько раз будем возвращаться к этому материалу. Начнем. Мое волшебное пианино для того, чтобы как-то развлекать вот такую совсем скучную и статичную такую вот лекцию, можно сказать, что поехали. Итак, для начала выделим два таких основных момента выращивания грибов, которые широко используются. Мы анализируем, еще раз повторяю, кто попал на какую-то часть, мы анализируем материал, который называется «Бесполезные советы по выращиванию грибов». Итак, будем превращать бесполезные советы в полезные советы. Широко используются два способа искусственного выращивания грибов – экстенсивный и интенсивный. Абсолютно правда. Экстенсивный способ подразумевает, мне бы скорее всего, я возьму сразу какие-то начертательные материалы, чтобы выделять особо ценные мысли в этом материале, и будем их следующим образом подчеркивать. Итак, экстенсивный способ подразумевает выращивание грибов в естественных условиях, то есть под открытым небом, так же, как они растут в лесу. Преимущество экстенсивного способа в том, что он более доступный, не требует специального оборудования, и при этом грибы больше сохраняют природных свойств. Но развитие и плодоношение грибницы будет происходить медленнее, так как зависит от климатических условий. Здесь нужно сказать, что абсолютная правда относительно климатических условий точно, это касается всех тех людей, которые задают такой вот вопрос: а если я посажу грибы на пнях, на пеньках, какое количество грибов я смогу собрать? Однозначно ответить на этот вопрос можно, то есть невозможно, конкретно сколько. Здесь все зависит от природы и от климатических условий. Грибы будут расти только в своих климатических условиях, которые будут благоприятствовать их росту и плодоношению. Поэтому просчитать, сколько это будет, невозможно. Относительно экстенсивного способа. Другой способ, более детально мы остановимся, здесь будет раздел выращивания на чурках или пнях. Вот здесь мы будем останавливаться на этом моменте. Теперь переходим к интенсивному способу выращивания грибов. Он более эффективен в плане урожайности. Вот здесь можно более-менее определенно ожидать какого-то результата, или просчитывать, или рассчитывать какие-то целесообразные количества, которые мы будем выращивать, потому что здесь процесс является управляемым. В природе повлиять на него, на этот процесс невозможно. Здесь же все процессы, все плодоношение и все остальные условия зависят от грибовода, от условий помещения и всего и других каких-то факторов. Итак, интенсивный способ позволяет снимать урожай в течение всего года. Абсолютно верно. Однако этот способ более сложный и потребует дополнительных затрат. Опять же таки, абсолютно верно. Наивно полагать, что без определенных вложений каких-то технических средств, времени и всего остального будет более-менее какой-то серьезный результат. Здесь обязательно, что потребуются какие-то затраты времени, средств и так далее.
Для интенсивного выращивания нужно обеспечить грибницу оптимальными для ее развития климатическими условиями. Это становится возможно при создании специальных условий: температура, освещение, вентиляция и влажность. Да, абсолютно верно. Когда я провожу лекции непосредственно очного цикла на предприятии по выращиванию, здесь мы останавливаемся на четырех основных моментах: температура, освещение, вентиляция и влажность. Четыре фактора, которые нужно будет оптимизировать для роста мицелия и получения урожая грибов. Требуется специальная термическая обработка и субстраты для мицелия. Абсолютно верно. Большинство рассматриваемых нами видов хорошо себя чувствуют на древесине лиственных пород деревьев или рядом с лиственными породами. Некоторые грибы обладают широкой адаптивной способностью, другим наоборот требуется специфический вид растения-симбионта, с которым гриб может образовать микоризу. Здесь остановимся на этом моменте микоризы. Что же это такое микориза? Большинство людей уже, пользуясь интернетом, уже осведомлены, что микориза — это и симбиоз, или совместное проживание гриба и дерева. Это не есть паразитизм, это есть взаимовыгодный симбиоз дерева и растения. Растение дает грибу, или грибам, или даже не грибам, а мицелию, дает возможность получать питательные аминогликозиды или вещества, которые будут давать возможность производить плодовые тела. Плодовые тела, которые нужно грибоводу, которые мы собираем в лесу. Другими словами, без наличия этого симбиоза или совместного роста гриба и дерева плодовые тела не образовываются. Сразу мы отвечаем на другой такой вопрос важный. То есть действительно, если кто-то действительно вот продал там, или кто-то у кого-то купил, у того, кто продавал, мицелий белого гриба, лисички, подосиновика, это может быть действительно мицелий этих грибов. И действительно он, например, там боровик, лисичка. Но вопрос в том, что мицелий и плодовые тела — это две большие разницы. И для того, чтобы из этого мицелия вырос, получились плодовые тела, нужно симбиоз с корнями деревьев. И вот тут тот момент наступает, что это очень сложный процесс, который происходит в природе. И если бы этот процесс возможно было бы решить, то огромные лаборатории с неограниченными возможностями Италии, Франции, Англии и всего остального сделали бы уже тот момент, что на витринах наших бы магазинов стояли бы полностью заставленные упаковки боровиков, там, подосиновиков, выращенных в искусственных условиях. Но, к сожалению, даже у немцев, которые плотно занимались технологией выращивания лисички, больше единичных каких-то там плодовых тел дальше дело не пошло. Только не нужно быть тогда наивным и полагать, что если это не получается у именитых производителей, то это получится у кого-то другого. Можно здесь сразу и поставить точку на выращивание микоризных грибов, но здесь могут быть еще варианты, которые в процессе материала, анализа материалов и с опытом можно все-таки обсудить, и можно, в принципе, экспериментировать, но на этом моменте мы остановимся чуть позже. Итак, продолжаем. У одних видов деревьев древесина мягкая, у других твердая. К деревьям с мягкой древесиной относятся береза, тополь, ива, липа, ольха, каштан, ель. Деревья с твердой древесиной: бук, граб, дуб, ясень, клен, вяз, яблоня, груша, вишня. Плодоносят грибы волнами при благоприятных условиях несколько раз в году. Вот. Несколько раз в году. Так, период плодоношения длится несколько лет, пока грибница полностью не разрушит древесину. Однако мягкая древесина содержит меньше питательных веществ в единице объема, и ее запасы исчерпываются года за 3-4. Абсолютно верно, на твердых породах можно будет собирать урожай в течение 5-8 лет. Да, эта закономерность наблюдается при посеве деревьев. И здесь нужно сказать огромную благодарность за тот вот действительно честный и правильный материал относительно древесины твердой, относительно древесины мягкой. Этот вопрос часто задают
люди, которые выращивают грибы в природе на пеньках, они задают, какая древесина лучше. Ну, на древесине, которая мягче, грибы вырастут быстрее, на древесине, которая тверже, они вырастут позже, но будут более долго плодоносить. Опять же, сделаем такую ремарку. Древесина, которая пролежала, мягкая древесина, но которая подсохла за год, она будет тверже, чем твердая древесина, которая непосредственно срезана перед посевом. Этап прорастания мицелия в древесине твердых пород продолжительнее. Появление первых плодовых тел на твердой древесине часто происходит на несколько месяцев позже, чем в случае выращивания грибов на мягкой древесине. Древесина для выращивания грибов должна быть здоровой, чистой, с высокой влажностью, без нагноений и признаков посторонних грибов, свежеспиленной. Но не раньше 4-5 недель до прививки. Хорошая рекомендация, к которой нужно прислушаться. Еще раз, я даже ее еще раз процитирую, это хорошая рекомендация. Древесина для выращивания грибов должна быть здоровой, чистой, с высокой влажностью, без нагноения и признаков посторонних грибов. Свежеспиленный, но не раньше 4-5 недель до прививки. Если будут соблюдены вот эти условия, то вероятность произрастания грибов по тому способу, который есть у меня на видео, высока, на уровне 99%, если придерживаться вот этих условий, которые раньше озвучены. Если она хранилась дольше, на ней могут поселиться другие виды древесных грибов, которые могут стать причиной гибели выращиваемых вами грибов. Вот. Конкурентные взаимоотношения, например, тех грибов, которые вы хотите культивировать, и тех грибов, которые поселились просто в природе, нам неизвестно. И изучать этот вопрос никто не будет, и ответа на этот вопрос, наверное, никогда не будет. Кто сильнее, древесный там какой-то нарост или гриб, и королевская вешенка, или какая-то другая там вешенка, или зимний опенок. То есть, чем дольше древесина хранилась, тем больше вероятно, что на ней уже растут какие-то грибы. Значит, место для произрастания других грибов остается все меньше и меньше. В это время дерево, значит, в это время дерево берегут от влаги, так как ее нехватка препятствует появлению нежелательных грибов-конкурентов. Это непонятное какое-то предложение, оставим его в покое. В то же время для прорастания мицелия культурных грибов необходимо, чтобы влажность древесины была как минимум 50-60%. Вот, сейчас у меня есть волшебное пианино, тут нужно, вот есть такое. Вот, остановиться на таком моменте. Или даже не так, даже где-то вот так. Вот. Какое предложение? Вот что думал вот тот человек, который вот писал? В то же время для прорастания мицелия культурных грибов необходимо, чтобы влажность древесины была как минимум 50-60%. Скажите мне, пожалуйста, уважаемый публикатор, как человек, который собирается в природных условиях первый раз в жизни, или второй, или десятый, или 150-й, или который занимается этим всю жизнь, каким образом он должен измерить влажность древесины на уровне 50-60%? Вопрос, наверное, риторический. Эту влажность можно измерить единственным способом. Это относительно чего-то по какому-то времени. Если взять вот этот пень, изначально срезанный, взвесить его, и он весит 10 килограмм, 20. Потом пройдет один год, он будет весить 17 килограмм. Значит, можно каким-то математическим способом определить, какой процент влажности он потерял от предыдущего. Но как определить влажность древесины как минимум 50-60%? Если у кого-то есть вопрос или дельный способ, как это сделать, или недорогой способ, или прибор, как это измеряется. Хотя, честно говоря, я не знаю, зачем он вообще нужен, вот этот прибор и это измерение. По этой причине перед инокуляцией проверяют, достаточно ли влаги содержится в древесине. Вот, проверяют. Как? Как это можно проверить? Это как? Пробуют ее? Не знаю, как ее проверяют. Вот. Полезный совет. Проверьте влажность древесины перед посадкой. Это, как это? Вот.
Так, при необходимости древесину дополнительно увлажняют. Если вы проверили, видите, что влажности недостаточно, вы ее увлажняете. Ну, естественно, увлажняется та древесина, которая срезана, например, год назад. Да, действительно, срезана древняя древесина, можно ее увлажнить. Ну, для этого ее нужно замачивать и не на 2 часа, не на 2-3 дня, а как минимум это нужно хотя бы на неделю или 2. Ничего этой древесине не случится. Для того, чтобы разошлись капилляры внутри этого пня, для того, чтобы в эти капилляры позже мог произрастать мицелий. Пересохшую древесину перед применением к ним замочить на 2-3 дня. Вот, 2-3 дня. Сейчас. Что у нас на 2-3 дня? Вот такое у нас на 2-3 дня. Не 2-3 дня, это, скорее всего, на неделю-две, на 3. Вот это будет какая-то польза от этого. За 2-3 дня никакая древесина размокать там не собирается. Перед инокуляцией избыток воды должен стечь. Ну, возможно, да. А полностью пропитанная водой древесина должна пролежать несколько дней в отапливаемом подвале. Или на брезенте под солнцем. Вот как, да, перед инокуляцией избыток воды должен стечь, так, а пропитанная древесина должна пролежать несколько дней в отапливаемом подвале. Это мы собрались посадить 30 пеньков в природе, и для этого мы изготовили пни, но я рекомендую их брать сантиметров 30-40 в диаметре, ну и где-то 50 сантиметров длиной. Это 30, мы нужно найти подвал, арендовать где-то, взять транспорт туда, отвезти в подвал. И там отапливаем, отопить это помещение, отапливаем помещение, мы помещаем вот эти 30-40 пней, и там их подсушиваем. Или берем брезент, просто размещаем их под солнцем. Вот, все очень просто. Слишком высокая влажность может отрицательно сказаться на результате, так как мицелию для роста необходим кислород. Вот это правда. Относительно кислорода, я всегда, значит, советую людям, они спрашивают, нужно поливать пеньки или не нужно поливать. Ну, скажем, дружно, вот такой момент. Мицелий находится под пнем на глубине где-то, скажем так, 15 сантиметров, 15-20 сантиметров. Если сухо и грунт твердый, это же не огород вскопанный. Они же растут где-то в траве, где сбитая земля твердая. Какое там количество можно заливать, пока лужи там не станут, или бассейн, или там... ну, на такую глубину там влажность не проникнет. Там как было сухо, там так и останется. Там какие-то свои определенные условия. Другой момент. Вот когда вы приобретаете живой мицелий вот в упаковке, его же там никто не поливает. И он может вот так вот храниться полгода. Без полива, без ничего. И он полгода может пролежать и остается все равно внутри живым. Но вот тот момент, что при посадке, когда подкапываются края пня, он ставится, потом начинает поливать, туда вода стекает, она больше никуда деваться некуда. Она стекает только вот эту лунку, которая находится под пнем, там она застаивается, и мицелий просто-напросто без кислорода, просто-напросто сгнивает. И вот хотели как лучше, а вышло, естественно, как всегда. Поэтому иногда нужно особо не заморачиваться. Краткость – сестра таланта, как говорил Антон Палыч. Теперь рассмотрим возможные техники выращивания в экстенсивном способе. Да, сейчас, значит, будем рассматривать техники, которые касаются выращивания в природе. Так, для этой работы нам понадобятся участки с молодыми деревьями, пни или отрезки стволов лиственных пород деревьев. Так, в некоторых случаях используют хвойные породы. Хвойные породы, да. Помимо древесной основы пней и отрезка при выращивании грибов экстенсивным способом, то есть в природе, используют еще и небольшие траншеи, плантации, заполненные увлажненным пастеризованным субстратом. Даже такие бывают. Этот способ чаще всего применяют в садах, на приусадебных и дачных участках. Ну, естественно, в квартире, вот, в доме, в сауне, там, в бассейне вряд ли можно применить этот метод. Он лучше подходит все-таки для приусадебных и дачных участков. Скажем так, вот.
При выращивании грибов в помещении заросшие мицелием бревна высаживают в горшки или катки с землей. Вот так вот. Вы в помещении, если хотите, возьмете горшок или катку. Туда поместите, что там, обросшие мицелием бревна и отнесете в помещение. Вот и все. Все очень, очень предельно просто. Да. На этой оптимистической ноте мы закончили анализ двух разных способов выращивания грибов, интенсивный и экстенсивный. И переходим уже непосредственно к каждому этапу выращивания грибов отдельно. Значит, на следующем у нас будет рассмотрение выращивания деревьев на плантации. Очень интересная тема. Все предельно просто. Вот в публикации для нее выделили вот такое количество места. Просто. Вот на плантации хотите вырастить. Вот. 10 предложений, все, грибы на плантации. Значит, в следующей публикации мы это рассмотрим. Для того, чтобы посмотреть дальше, вот кликните, вот быстрее всего там, вот где экран компьютера, там находится ссылочка. Кликните и дальше переходим на выращивание деревьев на плантации. А я, что делаю? Я разделяю вот это видео на еще одну часть.